Первый выпускник Карагандинского политеха, ветеран Великой Отечественной, работник первой угольной шахты в Караганде. Баганбеку Спатаеву сегодня исполнилось бы 100 лет. Воспоминания супруги в следующем материале. Детство маленького мальчика Баганбека проходило очень трудно. Годы великого бедствия оставили свой след на жизни Спатаева. Не считая того, что юношество прошло в годы Великой Отечественной войны, Баганбек Спатаев – первый студент-выпускник Карагандинского политехнического университета на то время техникума, награжден почетной грамотой СССР. В 46-м году работал на 31-й шахте, главным инженером. Далее стал директором 12-й шахты. Баганбек Спатаев скончался в 1994 году. Супруге Баганбека 93 года. У нее 5 детей, 11 внуков и 10 правнуков. Сегодня своего дедушку они вспоминают с особым восторгом. Ведь Баганбек Ага был одним из первых шахтеров региона. На сегодняшний день у супруги покойного Баганбека есть одна цель – дать название улицы в честь своего супруга. Если на шахте план не выполнялся вовремя, то сам Дынмухамед Кунаев лично обращался к Баганбеку. Он все свои цели и задачи выполнял профессионально, потому что любил и ценил свою работу. Редко было, чтобы Баганбек вовремя возвращался домой. Он был самым настоящим трудягой.